коллектив «Новое поколение» – один из победителей в номинации «Композиторы». Их руководитель специально к 50-летнему юбилею Нижнекамска сочинил песню, а ребята с удовольствием ее исполнили. Восхищаемся этой песней. Это же как бы песня о нашей родине, о нашем городе. И мы должны помнить все о нашем городе. Исполняем. То есть с большой гордостью? Да, большой гордостью исполняем эту песню. Исполняем. Минуты славы сегодня получил и 14-летний Леонид. Юный художник не нарисовал, а слепил картину. В своей работе он изобразил зимнее веселье нижнекамцев. В честь 50-летия Нижнекамска мы рисовали диплом. Я изобразил на своей картине парк Тукая. Я выложил ее из пластилина. Мне очень нравится это место. Я решил его изобразить. Среди награждаемых и школьная учительница Гульнар Тазиева. В свободное время она пишет стихи, но на конкурс она впервые написала рассказ «Кусочек хлеба», который полностью основан на реальных событиях. Это рассказ про учителя, который жил в Нижнекамске, но вот судьба не сложилась. К сожалению, трагическая судьба у этой женщины, которая всю жизнь работала в школе, воспитала детей, многие поколения выпустила, но не смогла воспитать своего сына. В городском конкурсе участвовали как профессионалы, так и любители. Сегодня наградили 89 авторов самых оригинальных и запоминающихся работ. Тот город, который мы видим сегодня с вами, в котором мы с вами живем, создавался трудами многих поколений. Конечно, первые первостроители начинали, но ведь были люди, кто продолжал, кто сегодня продолжает. И сегодня очень много молодежи, кто дальше будет продолжать то дело, начатое первопроходцами. Я вас всех поздравляю с тем, что мы с вами счастливые люди. Мы живем в замечательном городе. И, по-моему, в этом году мы это осознали еще больше. Победителям вручили дипломы, цветы и подарочные сертификаты. Но, как отмечают сами конкурсанты, главное – это то, что у них была возможность показать всем в своих работах, как сильно они любят Нижнекамск. Айгуль Яблонская, Евгений Лозаев, новости НТР.